17 лет назад главы государств создали этот совет, состоящих из комитетов безопасности, специальных служб наших стран. Я думаю, что это оправдано, тем более сегодня это оправдано. Мы видим новые вызовы, активизация террористических организаций в мире и в наших странах, в том числе экономическая безопасность наших государств. В этих условиях координация работы органов национальной безопасности и специальных служб, я думаю, что очень важна. Тем более вот в условиях, например, Таможенного союза границы стали прозрачны. Совместная работа, поддержка друг друга, оказание поддержки информационной и действиями имеет огромное значение. Что касается Казахстана, вы все знаете, развивается в обстановке стабильности внутри государственной. Благодаря стабильности развивается экономика. Сейчас мы чувствуем, что надвигаются новые кризисы, новые вызовы, связанные в целом с мировой экономикой. И всем экономикам всех государств надо принимать меры. Меры, прежде всего, внутреннего характера. Надо увеличивать внутренние инвестиции. 5 лет индустриализации Казахстана, построено новых более 800 предприятий, создано 1 000 000 рабочих мест. И это дает экономический эффект вне зависимости от нефти и газа и других ресурсов. Приступаем к разработке и выполнению следующей 5-летки инновационного развития нашей страны. Территория большая, поэтому инфраструктура, строительство автомобильных, железных дорог, мостов, переходов уделяем большое внимание. Следующая наша программа будет сосредоточена на строительстве десятков тысяч новых автомобильных дорог по всем направлениям от Астаны и на восток, на запад, север и юг. Это создает новые рабочие места, это дает темпы роста экономики, это дает мультипликативный эффект, когда дорожное строительство дает работу всем другим отраслям экономики.